Всем добра и счастья, дорогие друзья, меня зовут Стас, вы на канале Мистер Момент Уан, а это Сома. Сома — игра, которая делает наш интерес очень волнообразным, то есть есть заинтригованность, есть полное разочарование, да? Я вроде как пересилил себя, думаю, еще один видосик все-таки запишу. Вроде как там не так много осталось, может быть пара часов, ну максимум часа три сюжета. Там даже если за тупами, если сейчас без затупов быстро пробежим, вообще будет замечательно. Может, я вдохновлюсь этим, и мы допройдем буквально за пару дней эту игру. Саймон вошел на станцию Микрон. Чтобы спуститься на подъемнике в бездну, ему нужен энергокостюм, чтобы выдержать огромное давление. В общем, нам нужно искать энергокостюм. Монстры нас еще ожидают, так что я уже морально готов. О, лифончик. Я морально готов. Это не энергокостюм, случайно? Да вроде нет. А че же они все без голов-то? А, звук типа не надо, да? Что-то как-то это. Два прохода получается у нас, да? Ладно, пойдем сюда сначала. Как-то неприятная локация. Эти игры хороши, но вот знаешь что, они... Проблема в том, что они очень какие-то вот растянутые. Здесь, в принципе, так никакой динамики не происходит. И суть в том, ну зачем тогда делать такие большие игры? Часов 6! Вполне достаточно. Опа. Это надо прекратить. Это что за хуйня была? А он не гоняется, что он как фантом? Атмосферка. Полное блокирование станции. Отмена терминала комнаты погружения. Жалко, что здесь как в Резике нет такого, что можно было сражаться с этими монстрами, блин. Хоть чем-нибудь. Или хотя бы, ладно, убить нельзя, но оглушать. Там типа, знаешь, дубинка его жмахнул, и он на какое-то время перестал за тобой охотиться. Ну, было бы как-то даже, ну, не знаю, интереснее. Был бы смысл... Вот эти все пустые ящики, которых ничего нету, но которые можно открыть, туда класть патроны, какие-нибудь аптечки с собой, то есть сделать РПГ и сделать игроку мотивацию исследовать весь мир окружающий, чтобы найти дополнительные ресурсы. Это же было бы круто. Там шептает. Это Омикрон?
Все такое простое, ограниченное. Надеюсь, не потому, что моя система рушится. Так, надо найти вам энергокостюм, чтобы нас не раздавило в толщу воды. Как жестянку из-под газировки. Думаете, мы найдем такой, в который я влезу? Ведь я как бы уже в костюме. Да, вот я и беспокоюсь. Вы помните, как вас переместил Ванг в Торонто? Как я могу забыть? В общем, мы это сделаем еще раз. Хотите послать меня в будущее? Да нет же, балдава, переместить ваш разум в новое тело. Что? Так мы уже знаем, как это делается, фактически обычное дело. Необычное, Кэт, нифига оно необычное. Здесь должен быть еще какой-нибудь способ спуститься. Дан Бет на Тете был единственным аппаратом, способным выдержать такое давление. Так придумайте что-нибудь. Саймон, прошу вас, не надо так быстро переключаться. Подыграйте пока, найдем еще что-нибудь отлично, а если нет... Ничего не обещаю. Спасибо, Саймон. Посмотрите комнату, в ней должен храниться энергокостюмы, если они еще остались. Так. Все закрыто. Терминал не работает, по сути. Опа. Модные сапожки. Так, короче, у нас... Ну, да, вот D. А как открыть D? Чего вы ждете? Найдите энергокостюм, и мы продолжим. А я что делаю? Бог ты мой! Славно. Я нашел энергокостюм. Внутри мертвая женщина. Ну, вроде как женщина. Как ее у тела в пристройке, головы у нее нет. Мерзость. Хотя это даже может быть нам на пользу. Поищите рядом терминал, попробуйте его загрузить. Вот тут уже хоррор прям чувствуется. Хоррор-элементы. Энергокостюм высокого давления гарантированно выдерживает температуру в диапазоне от 50 до минус 75. Стабильно сохраняется внутренняя температура в 40 градусов. Можно изменить. Костюм автоматически защищает носителя от внешнего давления и поддерживает внутреннее давление в одну атмосферу на глубине до 5000 метров. Встроенный контроллер отслеживает физическое состояние носителя и способен свести к минимуму риск шока, гипервентиляции и даже обезвоживания. Костюм легко собирается с помощью резьбовых вставок на шее и рукавах, которые надежно фиксируют перчатки и шлем. Внимание! Соединения костюма не будут запечатываться до тех пор, пока контроллер не опознает носителя с помощью системы датчиков. Костюм можно настроить на работу с конкретным носителем, но по умолчанию ограничений на его использование нет. Контроллер, встроенный в костюм компьютера, отслеживающий пульс, мозговую активность, температуру тела и уровень стресса носителя через проводимость кожи. Он использует полученную информацию, чтобы обеспечить носителю удобство и безопасность работы. Так, и чё? Ну типа один на микроне, один вот Climber Station есть. Материал не лучшего качества. Рано списывать со счетов. Помните, что мы нашли от этих. Костюм, который вы носите, это, по сути, энцефалочип, от которого работает на встроенных аккумуляторах несколько литров структурного геля. И ваша мертвая коллега, Имоджен Рид. Именно. Если подумать, нам невероятно повезло. Мы нашли костюм, в котором уже есть мертвое тело. Пожалуй, вы правы. А как насчет Нью? С чего решили, что он подыграет? Это же не магия, это алгоритм, заданный шаблон. Нью не сможет нас отвергнуть, даже если бы он мог этого хотеть. Все же не радует меня этот план. Саймон, прошу вас, не надо так быстро переключаться. Подыграйте пока. Значит, нам нужен энцефалочип, структурный гель и набор аккумуляторов. Тот еще списочек. Спасибо, я здесь подожду, если вы не против. Я вернусь. Источник питания, отказ, отказ. Ладно, что здесь? А, это выход.
Не разбивается. Так, короче, нам нужно найти аккумуляторы, энцефалочип и структурный гель, да? Послушайте, нам нужны энцефалочип, аккумуляторы и структурный гель. Так, это мы уже видели. Энергокостюмы проверенные и готовые. Образы с омикрон находятся в ковчеге. Снаряжение и дополнительные пайки загружены. Подъемник откалиброван по весу. Оператор крана готов. Станция омикрон готова принять людей и груз через 2 дня. Так, еще какой-то умный инструмент чей-то. Угу. Ну, короче, получается, мы этого монстра уже с вами встретили. Он похож на фантома. Не забудьте, чтобы подготовить костюм, нужны энцефалочип, структурный гель и набор аккумулятора. Да помни. Так. Давайте думать, где что может быть. Все закрыто. Нет, тоже закрыто. Ебать, конечно, у вас, наверное, крипово смотрится летсплей. Это просто лютая дичь. Типа прям очень темно. Блитусики. Где мне что искать-то? Ой, это мы сюда по лестнице, по-моему, поднимались. Там еще один проход есть. Вроде как. То есть здесь конечная точка. Значит, нам полностью обратно надо идти. Тут тоже ничего, походу, нету. Тут все заблокировано. Кто, чё, кто, где? И даже что-то не заметил. Так, тут просто трубочек. Трубочек валяется. Это получается, что, как Слендер, что ли, он будет? Типа он появляется в рандомных местах, и к нему нельзя подходить. И смотреть на него нельзя. Ладно. Опа! А вот это неплохо сделано. Здесь чувак был. Сидел. Два трупа было в начале. Встал, типа. Так, нижний. Верхний. Вручную. Ошибка снятия блокировки. Дождись завершения диагностики. Обнаружен отказ. Причины перегрузки системы. Что это такое?
Типа надо соединить, что ли? Блять, ебучие шарады. Допустим. Ты еще живой? Нихуя, а как вас так пересобрали? Вы живые, но не живые. Че за прикол? Здравствуйте. Слышите, Херби, в чем дело? Да я так, проверяю, мне тут надо по делам отойти, это может несколько дней занять, ничего. Хэрли Херби покидает пост по прослушке, дело явно серьезное. Так и есть, Траск. Так и есть. Давайте мы все не... Ладно тогда, береги себя. Давайте мы не будем все слушать, потому что я уже немножко подзаебался тут все это читать, все это озвучивать. Тем более, особо для сюжета ничего не дает. Энд Тау. Чё? Into the Abyss. Так, это хилк. Хилочек нам пригодится. Так. Тут у нас что? О, энцефалочип. Извлечь энцефалочип. Связь мотор оптика. Я немножко не врубился. А в чем суть? Типа все их сделать квадратиками или что? А, вот так вот надо было, да? Так, энцефалочип есть. Связи с носителем нет. А, хорошо. Энцефалочип есть. Осталось нам найти аккумуляторы и... эти... жижу. Жижук там, да? Жижук. Ну, вроде пока не сложно. Где он? Так, теперь мне обратно наверх надо идти, что ли? Как ты здесь оказался-то?
Так, наверх надо идти. Там было две двери закрытые, сейчас, скорее всего, они открылись. Но вот здесь лучше намного сделано. Прям лучше. А атмосфера и погружение, в отличие от того, когда за тобой бегал этот, блядь, долбоеб. Точнее, три долбоеба. Так, а что у нас? Больше голов. Обнаружен необычно пассивно-атлетический больше голов. Необычные костные наросты. Так, хорошо, Шелли доставлена мертвой. Йохан Росс скончался по пути. Как мне вот эти двери-то открыть? Мы где, наверху сейчас? Выбран неверный этаж. Ой, бля, где такие двери? По-любому... Чё за хуйня? Где такие двери, по-любому монстр. 100%. С этих дверей начались наши вот эти вот преследования. Кто там пернул? Ой, вот это жижа. Всем чип требуется ремонт. А как я тебя отремонтирую? Так, тут тоже у нас без башки. Че же они все без голов-то? Че за хуйня с ним случилась? Или, блядь, че, опыты над ними ставили? Сопротивление. Структурный гель, патология, прогресс, химический анализ, результаты. Хуяся. Киберкрыса. Ячейка не закреплена. Закройте поддон и повторите попытку. Я не понял. Сейчас крыса оживет. Типа, короче, туда вставляешь любые механические детали, заливаешь вот этим каким-то гелем, и гель их, ну, заставляет сращиваться органическую составляющую с механической. Пиздос.
А, блядь, тут можно открывать-то, он ожил? Или что-то вроде того? А если просто делим за маст, он починится. Конечно, жалко, что она мертвая, по сути. Так, гели есть. Остался аккумулятор. Уж хорошо идем. Так, ну я думаю, что здесь важного ничего нет уже. Ну, короче, здесь вот это вот эти испытания они делали, и тут просто расписано, что этот гели, он, ну, то, что я и сказал, сращивает механику с органикой. Так, ну, аккумулятор, наверное, будет самый сложный, потому что это пока что с монстром особо мы не пересеклись. Че, он два раза появлялся, ну, это, типа, нас так пошугал. Травите колодец. Чё? Почему он появляется внутри этой коробки? Тут дальше ебашили крыс. Ай, блядь, нахуя? Так, хилочки, понятно. Это все понятно. А это вот гибридики. Тут рыбы сращивали с этими, с механикой. Пиздец. А где аккумулятор-то находится? Это все, конечно, очень интересно, но я не знаю, где аккумулятор находится. А больше помещений-то и у нас и нету. Вроде как. Это никто к чему захочет привыкать. Это забавно. Это очень забавно, Джулия. Что происходит? Я такая прозрачная? Что вам нужно, Рейли? Мы же друзья. Да. Как думаешь, Альфа существует? А что, почему вы спрашиваете? Мне кажется, Росс пытается что-то сказать. А станция Альфа? Он хочет, чтобы я спустилась в бездну и нашла ее. Безумие, да? Вы же там были. Я подумал, вы сможете меня образумить. Райли, у меня нет прав. Я не могу об этом говорить. А другие кассеты ставятся или нет? Вроде не ставится. Может, это даже к лучшему. Неохота уже больше читать вот эти записки, если честно. Прям вообще неохота. Уже надоело. Слишком это много. Где? У нас может быть аккумулятор, ребята. Давайте думать. Где? Эти рыбки-хуипки, это все понятно. Но это не то, что нам нужно. Оттуда мы пришли.
Так, там у нас костюм. Правильно? Так, поговорим. Наверху должен быть набор аккумуляторов. Поищите его. Наверху. А как мне наверх? Как мне наверх попасть? Наверху. Тут есть лестница наверх, я что-то не замечал. Наверху. Так, оттуда мы пришли. А, вот еще комната какая-то. А, и вот, наверное, лестница как раз открылась. Так, что тут у нас? Ничего особенного. А вот и лесенка. И, конечно же, максимально темное помещение. А чё б нет? Работал. Ну, помещение здесь ёбнешься. Так, вот наверху. Ладно, давайте изучать. Опять без башки. Чё ж вы без башки-то все? Сам прикол, короче, что типа если у них головы нет, ты не можешь прочитать их воспоминания какие-то последние. Прикинь. Так, где мы еще не были? Power Room, кстати. Power Room. Возможно, здесь аккумуляторы находятся. Так, подожди, а как нам потом уходить? То есть от терминала назад. Терминала назад. И вот сюда, да? Направо, получается. Окей, а что здесь? Омикрон, ресерч. Facilities, что-то там. А нахера делать вот тоже бессмысленность вот этой всей системы? Ты можешь как бы считывать флешбеки, воспоминания. И ты считываешь, но зачем слушать вот эту вот хуйню? Вопрос, да? А зачем?
а зачем это нужно? Ну, не делайте вообще активацию вот этого вот воспоминания. То есть здесь очень много вещей, пустышек. Просто пустышек. Ты можешь его как-то активировать, но ты ничего с этого не получаешь. Игра никак не взаимодействует с этим. Так, сохранение. Уже страшно. Ты там кашляет. А, вон он стоит где-то. Так, а что такое? Может, как-то его отвезти надо? По-моему, еще один желтый, кстати, этот ящик лежит. Ну, он типа никак не реагирует. Ни на звук, ни на шум. А он стоит прямо перед этим ящиком желтым. Что мне с ним делать? Так, активировал его. Так, вроде нашел аккумулятор. Не понял, как этот монстр работает. Блять. Так, сюда. Лестница сюда. Так, сохранение. Ого. Так, нам средний этаж нужен был или нет? Я вот нихуя уже не помню. Так, это точно не сюда. Наверное, сюда. А, нет. Тут мы жидкость забрали, это не та часть. Я думаю, будет хорошая серия, если мы закончим сегодня собирать костюм. Будет прям хорошо.
Но я так уже нихуя не помню, куда возвращаться. Это был первый этаж, второй этаж. Вообще не помню. Ну, вот, типа, лестница. А где этот костюм, на каком этаже находится, я не помню. Сука, а откуда ты тут взялся? Piss off another one of Wild's monsters. We have everything we need, right? Yeah. Let's get to work. Так, а что, нужно как-то все вставить туда? This is crazy. Просто безумие. Не волнуйтесь, сработает. Проверьте, чтобы все было вместе, чтобы структурный дель соединял все. Так, попробуйте еще раз активировать костюм терминала. Поверить не могу, что мы это делаем. Все будет хорошо. Так почему бы вас костюм не сделать? Я собирался это предложить, если бы вы отказались. И вы пошли без меня? Я иначе не могу, Саймон, это важно, я должна запустить ковчег. А вы правда это сделали? Сменили бы это? Если хотите остаться здесь, я не буду мешать. Я не хочу указывать вам, что делать. А это будет как раньше? Закрой глаза и потом... И потом снова откройте. Ладно, давайте. Спасибо, Сайм. Сядьте на место пилота в следующей комнате, чтобы может потребоваться загрузка. А, то есть мы сейчас переместимся с одного тела в еще одно, блядь, да? Серьезно? Настройка параметров. Нам надо отмотать назад активность вашего текущего энцефалочипа. Пропустить ее через усилитель, загрузить новый чип, убедиться, что все хорошо. Я половину не понял, я тоже. А понимать не обязательно, вы главное помогайте. Я типа должен подогнать, что ли? Быстрее. Смещение. Все. Зафиксируй пару. Это все. Теперь можете залезть на место пилота. Уже? У меня все под контролем, так что прошу вас, садитесь. Что ты там сказал? Ну вот. Извините, если неудобно, скоро все закончится. Все равно, что снять фотокамеру. Знаете, индейцы думали, что фотография забирает их душу. В данном случае они правы. Копия завершена. Явно что-то не так. Может, можно диагностику запустить? Кэтрин. Что это было? Почему он еще говорил? Он такой же, как и прежде. Кэтрин, почему он еще говорил? Это нормально, вы же знаете. Вы это о чем? Вы знаете, что это не магия, вас скопировали. Спящий в кресле Саймон был скопирован, и теперь вы здесь. Точно так же Саймон продолжал жить в Торонто. Черт вас возьми, Кэт, два Саймона? Не может быть двух Саймонов. А чего вы ожидали? Что вы возьмете мой разум и пересадите его в другое тело, как пересадка мозга? Извините, это не так работает. Вы хоть понимаете, как же это ненормально? Я прошу вас. И как мне на эту хрень реагировать? Вы отвратительны. Что с ним будет? Поспит немного, несколько дней. А потом снова проснемся в этом долбанной хуйне? Как жестоко. На что вы хотите с ним сделать? Подружиться, рассказать, что мы его оставим, когда пойдем в бездну?
Что если... Что если ему не нужно будет просыпаться? И вы это сделаете? Я не знаю. Может быть. Вот, я все для вас настроил. Если хотите разрядить его батарею, нажмите выключатель. Он умрет за минуту. Пора бы мне отключиться. Ну вот, вот так вот мы с вами выглядели большую часть игры. То есть у нас даже головы не было, блять, мы как робот. Не, а почему я должен его отрубать? Типа, чтобы он умер? А почему он должен умереть? Типа, он не может продолжить жить здесь? Ну, единственное, что он только один будет. Но все равно это лучше, чем жизнь. Выполнить, разрядить батарею. Бля, я не знаю, что лучше. Но я бы его не убивал. Пускай в одиночестве, все равно жизнь будет. Я не буду его убивать. Не вижу смысла. Ух! Вот сейчас будет спуск в бездну, и там уже прям финал. То есть, грубо говоря, еще две часовых серии примерно надо будет сделать, чтобы закончить игру. Но сейчас игра намного лучше идет. Вот такие монстры, они прикольные, да? С ними нужно подумать, что-то делать. А то, что вот там три этих долбоеба гонялись за мной, вот это просто был бред. Невероятный бред. Так, а куда мне бежать? Зачем? Куда? Сюда? А, здесь лестница не активируется. И куда? Там что-то синенькое моргает. О, здесь можешь слезть. Мы закончили? Yeah. Да. Включите подъемник. Sure. Конечно. Так, пассажиры 5. 1. Стоп. Спуск. И... Садитесь, и мы отправляемся. Сел. Богат светом и кислородом. Основное плато Патоса 2. Солнечная зона. А, мы отправляемся на глубину, да? Мне ведь просто повезло, да? Что я очнулся в правильном теле. Он избыточная копия. Он никогда не получит весь мой опыт. Он его не поймет. Да и как бы он понял? Но я бы не смог, и вы это знали. Вы были правы, что скрывали его. Жаль только, что у вас не получилось. Считай, судьбой в Орлянку сыграл. Не угадал бы, гнил бы сейчас на Омикроне. Ведь заранее не узнаешь, так? Вы же не гарантировали, что Саймон очнется где-то там. Да. Да и как бы вы узнали? Он бы вполне мог считать себя правильным Саймоном. Боже! Ужасно! Это же полный бред!
А вы бы поверили, да? Ну а как бы вы поняли, что это не я, не настоящий я, не тот, которым всегда был? Ну скажите что-нибудь. Мне и думать не хочется. Пожалуйста. Я не знаю, что сказать. Я не хочу вас расстраивать. Хоть что-нибудь. Я в детстве часто лазила по ступенькам до самого верха здания. До сих пор помню, как надо было рукой упираться, чтобы открыть тяжелую стальную дверь. Когда я впервые осмелилась туда зайти, я вышла на крышу и смотрела, как над Тайбэем, понимаете, и оседает смог. Я встала на угловой уступ, а там, знаете, был такой теплый ветер, шевелил мне волосы. Солнце садилось на улице, наползала тень от высоких зданий. Толпа внизу струилась, как краска из-под кисти художника. Пахло вкусной едой сладков торговцев. Я на какое-то время почувствовала небывалое единение со всем миром. Никогда еще я не испытывала такого сильного чувства. Потом это чувство ослабло, но я еще много раз поднималась на крышу. Я не религиозная, но понимаю, зачем людям религия. Осознание своего существования вдохновляет невероятно сильно. И вы по-прежнему чувствуете тот восторг? Даже сейчас? Сейчас все иначе, но мы еще живы. А какой смысл продолжать? Ведь все пропало. Все оставшиеся люди — цифровые копии в компьютерах на дне океана. Мы никогда не сможем отстроить свой мир заново. Вас правда так печалит нынешний облик, или вы горюете о человеке, который пошел на сканирование 100 лет назад? И то, наверное. Там, в Торонто, даже в худшем случае, я мог предсказать, что будет, плюс никто не лишал меня прошлого. А тут, как с корнем вырвали. Я ничего здесь не узнаю, нет никаких воспоминаний, даже если мы дойдем до ковчега, что от этого изменится? Я так и останусь один. Ни друзей, ни семьи. Вы можете завести новых друзей. Всем интересно будет узнать путешественника во времени. А если нет, то у вас есть... У вас есть проблема, блядь, всегда. Вот твой лучший друг, это проблема. Кэтрин? Кэт? Эй, Кэтрин, что случилось? Ток ёбнулся, блядь. Сейчас вылезаем, а там этот ублюдок, да? Или три ублюдка, которые мне больше всего не нравятся. Дебильные суки. Хуя. Эй, ты чё, блядь? Ой, здесь классные медузки. Разноцветные, причем мигающие. Или это эти? Гибриды. Да нет, вроде не гибриды. Так, что здесь у нас? Я это немного, конечно, но... На чем? Почему мы остались? Электричество на секунду отключилось. Наверное, это наружное давление. Оно очень сильное, костюм прямо на пределе. Не волнуйтесь, он должен выдержать. Успокоили. Он выдержит. А хули выбило пробку-то? Так, мы там на графике показывается, кстати. Мы находимся сейчас почти на глубине. 2500. Давление 248 атмосфер, скорость 0. Так, чё? Спуск. А, наверное, сесть надо. Автоматически. А, когда у вас питания нет, время останавливается? Время, скажем так, становится неактуально. А в чем разница? Я не чувствую, будто меня что-то замедляет. Я и размышлять о пропущенном времени тоже не могу, времени просто нет. Как будто спишь, но не видишь снов? Да. Но обычно ты знаешь, где уснешь, и просыпаешься, как правило, там же. Есть определенная непрерывность восприятия. А то, что у меня, это скорее какой-то момент, бесконечно стремящийся к совершению. По описанию, как кино на живую монтируют. Видимо, да. Звучит, наверное, интересно, но на самом деле это очень утомляет. Тяжело. Могло быть и хуже. Я могла стать путешественником во времени, застрявшим в теле из черной жижи. Куда уж хуже. Так, а последнюю отметку проходим.
Но что-то как-то все красненьким мигает, все как-то дребезжит, все как-то неправильно. Так, еще раз пизделей получаем, да? Ой-ой-ой. А что ты ко мне ползешь? Ты смог! Ты смог! Я все приготовлю. Бля, там ничего, такая превьюшка была, может срежу. Там башка такая засветившаяся. Так, ну все, давайте на этом серию надо заканчивать. Вроде как, реально пару часов осталось. Отлично, вы вернулись. Что случилось? Что-то упало на клетку, вы сознание потеряли. Оно со мной говорило. Похоже было на человека, порождение Нью. Смотрел на вас, а потом бросилось в бездну. Оно сказало, приготовлю. Что-то мне это не нравится. Очень странное существо, я думал, оно вас убьет. Хорошо, что не убило. Полностью согласен. Так, нам нужно 5 километров, да, вниз? Кажется, скоро уже не жадного океана. Отлично, а то подъемник уже на пределе прочности. Так, это сектор Омега. Примерно пол гектара глубокого дна, занятых Патосом-2. Я думаю, до Тау нам еще надо будет дойти пешком. Вы здесь раньше были? Была, но в другом виде. А здесь была другая вы? Так мы по вашим следам идем к этому. Только ног теперь нет. А ведь вполне может быть еще где-то тут. Не напоминайте, даже думать жутко. Ну все, пойдем теперь на Тау и найдем ковчег. Ебать, уже ковчег. То есть нам осталось попасть на Тау, найти ковчег и его запустить в космос. То есть, в принципе, немного дел осталось. Так, ну нам пешочком, да, здесь надо будет идти. Далеко еще? Хуй знает. Ну ладно, не будем час превышать, а то обработка опять займет дофига времени. Игра реанимировалась в моих глазах. Вот этот момент затупом, так можно сказать, идиотский максимальный момент, он прошел, и игра опять вернула свой ритм, который была. Получается, сегодня был день вот этой Сомы. А дальше у нас будет... Скорее всего, завтра будет еще 2 серии, и как раз новая игра, если она выйдет из раннего доступа, все вовремя срастется, то новая игра появится, плюс она. Мы ее допройдем, заменим на Darkwood, и будем Darkwood чередовать с той новой игрой, которая входит. Уже сегодня, получается, она вышла. Да, она уже сегодня вышла, потому что я записываю на день назад. Короче! Всем большое спасибо за просмотр. Если было интересно, обязательно поддерживайте ролик лайком, а канал подпиской с включенным колокольчиком, чтобы не пропускать новые прохождения. С вами был Мистер Момент. Будьте здоровы, смотрите только хорошие фильмы и играйте только в хорошие игры. Всем удачи и всем пока.